Если у вас дома есть черника, почему бы не приготовить замечательный ягодный десерт? Получается очень питательный и вкусный коктейль-йогурт, который вы полюбите уже с первого глоточка. Рекомендую. Приготовим черничный десерт в домашних условиях. Предварительно нужно смешать овсянку с йогуртом и оставить на ночь в холодильнике. На следующий день смешиваем все ингредиенты в блендере и перемешиваем массу до однородности. Перед употреблением охладите десерт в холодильнике. Удачи! Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. Предварительно смешайте овсяные хлопья с йогуртом, оставьте на ночь в холодильнике. Утром поместите овсяную смесь в чашу блендера, добавьте чернику и мед, перемешайте до однородности. Вливаем молоко и еще раз смешиваем до однородного состояния. Приятного аппетита! Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Жду ваших лайков и комментариев. Продукты и их количество, далее. Черника 1 стакан, мед 2 столовые ложки, молоко 200 мл, хлопья овсяные 0,5 стакана, йогурт домашний 200 мл, количество порций 2. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Пока-пока.